Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас в обзоре лапша от фирмы Nongshim. Кимчи. Лапша для варки. Вот. Вскрываем сие мероприятие. Блядь. Пахнет, блядь, честно сказать, каким-то говном. Да, это, блядь, капуста. Лапша пахнет самым кимчи. Охуеть, даже без приправ. Сухие овощи и суповая основа. Сейчас все это проварим. Блядь, ну честно сказать, дохлятиной воняет. Ладно, сейчас сварим, будем пробовать. Итак, братва, сварился наш кимчи. И начну, пожалуй, с самого главного. Самой кимчи. Тут реально куски капусты. И вот сейчас пахнет вкусно, а то пахло дохлятиной, блядь. Да, конкретная капуста. Прям капуста, ебаный в рот. Молодцы, корейцы. Бульон наваристый. Острая. Но в меру. Ну да, почти. Блядь. Почти в меру. Вот. Так, сейчас лапшу попробуем. А, не, ну острая около самянга. То есть там не получится, скажем так, поесть людям, которые не любят острое. Она, ну, жгет. Но очень вкусно. Пока что из кимчи я могу сказать, что Nongshim сделал самянг. Самянга... Тоже вкусно, тоже там качество, но здесь как-то капуста просто больше, кусками, скажем так. И, ну, на вкус, ну, прям чётенькая капуста, блядь. Поэтому, мне кажется, Nongshim отъебал самянг. Ну, такое бывает. Так что, ребята, если увидите, покупайте. Очень вкусно, рекомендую. Все, буду сейчас это хавать. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч.